Во-первых, сразу начнем с задач, потому что комбинаторика ⁇ это тема, которую нужно смотреть на практике. Вот так вот рассуждать о ней очень тяжело, поэтому надо сразу смотреть на практике, сразу брать какую-то задачу. Что вообще такое комбинаторика? Комбинаторика, ребят, это, ну, скажем так, если очень простым языком говорить, наука о комбинациях, да? Комбинаторика про комбинации, то есть в рамках комбинаторики мы смотрим, сколькими разными способами то или иное событие может произойти. Да? Поэтому начнем сразу с задачек. Начнем сразу с задачек. 18 числа будет следующее занятие. Да, если я правильно помню, следующий понедельник как раз 18 число, поэтому Дима правильно все пишет. сообщение ребят, в чат приходит с опозданием, но вы, тем не менее, не забывайте туда писать. Итак, Поехали. Первая задачка, давайте ее послушаем. На вершину горы ведет 7 дорог. Сколькими способами турист может подняться на гору и спуститься с нее? На гору ведет 7 дорог. Сколькими способами турист может подняться на гору и спуститься с нее? То есть у нас есть 7 дорог снизу вверх. Да, вот где-то там направо повернуть, где-то там налево повернуть. Короче, есть 7 разных путей, и вот сколькими разными маршрутами можно пройтись, да? Вот можно пройтись по первой дороге туда, по первой обратно. Можно пройтись по первой туда, по второй обратно. А можно пойти по второй туда, по первой обратно. И вот вариантов прям очень-очень много, кажется, да? Как их посчитать? Потому что если выписывать вот так вот: первая дорога, вторая дорога, да, там вторая вторая, третья и так далее. Если вот все их выписывать, тетрадки может не хватить в какой-то момент на большой задаче. Надо знать какой-то математический способ, как это делать. Ну и э, самый простой вот этот математический способ выглядит следующим образом. Берем первую дорогу и идем по ней. Так? Затем, то есть вот у нас есть 7 способов подняться на гору. 7 да? способов подняться на гору. Вот берем первый. Самый первый способ, которым мы можем подняться. А затем пытаемся этим способом, внимательно поднявшись, с горы спуститься. И, соответственно, спуститься с горы мы можем семью способами. То есть для первой дороги мы можем спуститься с горы семью способами. Если мы пошли вверх по второй дороге, то с какими способами мы сможем спуститься? Точно так же семью и так далее. То есть для каждой дороги есть, для каждой из семи дорог подъема есть семь дорог спуска. То есть для каждого из семи способов подъема есть семь дорог спуска, значит мы можем подняться 7 плюс 7 плюс 7 плюс 7 плюс 7 плюс 7 раз, либо 7 умножить на 7, то есть 49 разных способов. И вот самое прикольное, ребят, что у меня будет дальше одна Фразочка для вас припасена в презентации, которую я вам покажу. Вот одна фразочка. И я обращаю внимание на то, что она вот будет впереди. Вот запомните, что я сказал, что будет фраза, которая чуть позже будет. Потому что в чате я несколько раз увидел варианты, которые очень неправильным решением этой задачи является. В частности, я увидел вариант, например, 7 в седьмой степени. Да? Я увидел вариант 7 факториал. Я видел в чате вариант 7 умножить на 6, умножить на 5, умножить на 4, ну тоже тот же самый факториал, если вы знаете, что такое факториал. Короче говоря, очень много разных вариантов я в чате увидел, причем все эти варианты, они были похожими на способы решения задач по комбинаторике, но не были верными. Много было верных, кстати, многие вообще мгновенно дали результат, респект вам. Но вот сейчас запомните, что дальше я вам покажу классный слайд, и он, он надеюсь, вот прям, прям будет помогать в жизни. Итак, давайте немножко изменим задачку. Еще раз, в данном случае, если можно по 7 дорогам подняться, по семи дорогам спуститься, то а, всего 7 на 7, 7 умножить на 7, да, 7 вариантов подъема, 7 вариантов спуска, всего 7 на 7 способов, то есть 49, да. Но что, если в нашей задаче а, будет дополнительное условие, что подъем и спуск должны осуществляться разными путями, да, то есть подниматься мы можем. По первой дороге, да, но спускаться по первой дороге уже будет нельзя. Да, вот что если вот такое вот условие, то есть подняться можно по любой, а спуститься можно по любой, кроме той, по которой поднялся. И тоже могут возникать разные мысли, пересчитать это все вручную, но эти все мысли надо от себя отпугивать максимально, потому что нужна математика. И вот там есть уже правильные варианты в чате, а, кстати, и неправильные есть, классно. А давайте разберемся с правильным путем решения. Для каждого из семи способов подняться в гору у нас будет не семь, а шесть способов спуститься. Да? А, кстати, иногда в задачах на комбинаторику а, нарочно добавляют ненужные детали. Например, говорят, есть а, путь... По каньону есть путь по лесу, есть путь по лугу. Да? А, вот надо то же самое, та же самая задача, только сказано не 7, а вот есть разные названия. И прям, под, под, скажем так, подталкивает решать неправильным путем, на самом деле надо быть таким вот прям жестким, расчетливым, надо просто пересчитать и перемножить. Ну так вот, в данном случае у нас будет 7 способов подняться, потому что все способы нам доступны при подъеме, мы еще не отстекли от себя какой-то вариант. А при спуске просто 6 способов. Просто 6. Неважно, по какому мы шли, просто 6. Нам нужно посчитать количество вариантов. Поэтому в данном случае мы как бы семью разами поднимаемся, семью разными способами поднимаемся и шестью разными способами спускаемся. То есть мы семь разных вариантов спуститься шестью разными вариантами имеем. То есть мы семь раз складываем шестерку, то есть семь умножаем на шесть. Таким образом получаем 42. Максим говорит: вы то зависаете, то быстро говорите. Максим, скорее всего, у тебя э, не очень стабильный канал интернета. Попробуй отключи какие-нибудь загрузки. Может, какая-нибудь игра решила обновиться, все что угодно. Вот. 42 варианта. Очень много в чате было правильных ответов. Все, молодцы. А, кстати, он прикольный вариант написали: 7 умножить на 7 минус 7. Ну, мне кажется, как-то логично все-таки 7 умножить на 6. Да? Давайте еще задачку, это было вообще супер простенькая, супер-супер простенькая, но показывающая такой самый первый важный принцип комбинаторики. Да? О нем чуть позже. Итак, еще одна задачка. Бросают две игральные кости, да, кубики. Бросают кубики. С шестью гранями каждая. Да? Мы с вами знаем, что кубики бывают не только шестью гранями, бывают четырехгранные кубики, бывают э, двадцатигранные кубики. Да? Те, кто играли в ролевые игры, знают. Бросают две игральные кости с шестью гранями каждая. Сколькими способами они могут упасть так, что либо на каждой грани выпадет четное число очков, либо на каждой грани выпадет нечетное число очков. Да? То есть нас спрашивают, сколько разных способов упасть у этих костей есть, в которых они будут либо обе четные, либо обе нечетные. Когда такую задачу нужно решать? Когда вы решили создать собственную настольную игру. Вот решили создать собственную настольную игру или какую-то ролевую составляющую. А, очень прикольно. А, вот эти количество вариантов на кубиках просчитывать вот такой вот математикой, вот такой комбинаторикой. Да? Давайте посчитаем. Еще раз. А, либо все четные, либо все нечетные. Давайте разберемся. Итак, рассматриваем ситуацию, когда выпадает а, четное число очков на одном кубике. На одном кубике. Когда оно упадает? Когда выпала двойка, четверка или шестерка, да? Двойка, четверка или шестерка, ну, понятное дело, единица, тройка и пятерка не являются четными, поэтому двойка, четверка, шестерка. Значит, три варианта есть, что на одном кубике выпадет у нас четное число, так? На втором кубике в свое время выпадает абсолютно отдельное число, оно никак не связано с первым. То есть для каждого варианта первого кубика, для каждого варианта выпадения на первом кубике, есть вариант выпадения на втором кубике. И на втором кубике, соответственно, тоже есть три вот этих вот варианта, да, 2, 4, 6. Соответственно, всего вариантов выпадения двух четных чисел на двух кубиках, да, это 3 умножить на 3. То есть 9 вариантов. То есть для каждого каждый. Поэтому 3 на 3. Все очень просто. Ну то есть 2-2 может выпасть, 2-4 может выпасть, 26 может выпасть, да? 4, 4-2 и так далее, и так далее, и так далее. То есть вы поняли идею. Варианты вот такие. И, соответственно, это та составляющая, которая говорит о том, что выпали четные, но нам еще разрешается по условию, чтобы выпали два нечетных. Да? Соответственно, нечетные это 1, 3 и 5, то есть тоже 3 варианта и тоже 2 кубика, поэтому тоже в сумме 9 вариантов выпадения будет. Да? 9 вариантов выпадения. Ну и, собственно говоря, возникает вопрос, сколько всего вариантов да, получить либо четные, либо нечетные. Либо оба четных, либо оба нечетных. Для того, чтобы это узнать, у нас есть 9 на одну ситуацию, 9 на другую ситуацию, нам просто нужно сложить это количество вариантов. Да? В таких вот случаях, когда у вас либо один набор событий, либо второй набор событий, вы просто складываете эти веро вероятности. Да? Соответственно, для четных очков было 9 вариантов, для нечетных было 9 вариантов, значит 9 плюс 9 18 возможности либо получить два четных, либо получить два нечетных числа. Вот такие дела. В чате много было правильных ответов, 18, поэтому молодцы те, кто уже хорошо разбирается в комбинаторике, и вот эту задачку решили. Она не такая простая, как была первая. Давайте сейчас сформулируем такие базовые правила, да, что делать, когда вам в руки попадает комбинаторная задача, вот такая из самых простых. Да? Во-первых, первое правило мы формируем из нашей первой задачи. Это правило произведения называется. Правило произведения, но ну, потому что решается с помощью произведения. Если объект А может быть выбран М способами, и после каждого такого выбора объект Б может быть выбран N способами, то вариант А и Б можно осуществить, то выбор А и Б можно осуществить m умножить на n способами, да, то есть если мы можем пойти вверх m дорогами, да, m способами, то есть семью, например, а спуститься мы можем тем же m количеством, да, теми же семью, или Uh, Каким-то другим количеством, например, нельзя по той же самой дороге спускаться, или там нельзя почетным спускаться. Это либо там, соответственно, m-1, то есть новое n, либо там m деленное на 2, uh, тоже, соответственно, можно это обозначить как uh, такую переменную n, то, соответственно, m умножить на n это наше количество вариантов. То есть, если у нас мы выбираем один объект и выбираем другой объект, uh, и смотрим как бы, количество вариантов, то у нас самое простое уравнение это m умножить на m. Теперь правило суммы, соответственно, в чем здесь идея, в чем идея с правилом суммы. Это то, что если объект А может быть выбран m способами, а объект B другими m способами, то есть способы в одном не пересекаются со способами в другом, вот это очень важная тонкость, да, не пересекаются, то есть одинаковых способов там и там точно нет. То есть другими n способами. Обратите внимание, в наших кубиках были в первой половине только оба четных выпавших, а в, половине, в другой половине только оба нечетных. То есть там не было взаимно пересекающихся случаев вообще. Благодаря этому мы, соответственно, можем просто взять сумму этих количеств вероятностей потому что еще раз это не пересекающееся количество вот такие дела а, ну что ж ну что ж я надеюсь идея понятна а, вот этого вот принципа напишите плюсик ребят если понятно когда мы используем умножение, когда мы используем сложение, да, количество вероятностей. Обращаю, что в первом варианте мы тоже m и n это тоже количество вероятностей, количество способов. То есть невероятности, способов. То есть, что в первом случае было количество способов, что во втором случае было количество способов. Такие дела. Там вот Ульяна пишет АБ умножить на МН. Нет, ребят, АБ здесь просто как бы для красоты. То есть это просто выбор некого объекта А, выбор некого объекта Б. Дорога, этот. Ключевые здесь только количество. Ключевые количество. Во всех таких задачах, как правило, какие-либо названия и так далее просто сбивают с толку. Просто задача, чтобы вы правильно поняли, что является объектом. Итак, плюсики есть, ну что ж, это неплохо, что плюсики есть. Сейчас еще несколько задач прорешаем и станет, может быть, еще светлее, еще понятнее. Давайте разберемся с несколькими такими наставлениями. Вот помните, я говорил, что есть у меня наставления для вас, которые я хочу дать. Итак, первое, вот то самое, которое я просил вас запомнить, это то, что не пытайтесь угадать формулу. Не пытайтесь ваши числа случайно подставить в какую-то комбинаторную формулу. Вот мы там дальше познакомимся с факториалом и с еще более сложной штукой. Вот это вот перемножение есть, вот это сложение есть. Не пытайтесь наугад подставить, потому что вы с очень большой вероятностью выберете не ту формулу. Надо все-таки действовать рассуждениями, да, потому что многие сразу рвутся перемножить количество вариантов. А надо рассудить, вот, например, надо рассудить, да, это просто ли это выбор из, из двух вот таких вот, эм, для каждого варианта А есть вариант Б, да, соответственно, вот тогда можно перемножать, иначе надо другой формулой пользоваться, это первое наставление. И второе наставление, то есть да вот э, очень важный такой момент, это то, что в комбинаторных задачах всегда получается натуральные числа, ну вот практически всегда. А, то есть всегда это количество вариантов, а это количество вариантов оно дробным быть не может. То есть не может быть два с половиной варианта э, каких-то событий, да. Поэтому если у вас получается что-то дробное, да, если вы где-то э, где-то так или иначе получаете дробный ответ это значит что вы какую-то неправильную формулу подобрали да? то есть не может быть дробных вероятностей не может быть поэтому вот такое наставление тоже будет очень полезно при решении подобных задач проверяйте себя когда составляете алгоритм и так дальше это проверять ответ на разумность очень часто бывает такое что, мы начали вот эту формулу использовать а в таких формулах часто возникают там возведение в степень там факториалы вот такие штуки и они приводят к очень большим ответам иногда бывает такое что вы там надо не знаю пятью человеком дать пять разных предметов и вы тут подумали что вот надо какой-нибудь, там, не знаю, факториал возводить в квадрат, э, умножать на квадрат чего-нибудь, и у вас получился какой-то ответ безумный абсолютно, слишком много вероятностей получилось. Надо сразу понять, что нет, это явно не точный ответ, это явно что-то не так, явно не такое количество вариантов, или наоборот, слишком мало вариантов получилось, да. Если что-то такое вы видите, то э, постарайтесь подумать еще. Да? То есть проверяйте свои ответы на адекватность, потому что если ваша формула дала миллиард решений, а там было 5 человек и 3 яблока, да, то явно что-то не так. Явно какая-то ошибка. Но давайте с этими наставлениями, я надеюсь, они будут вам полезны, если вам попадется когда-нибудь задача на комбинаторику. Давайте решим еще задачки, чтобы посмотреть еще на какие-то принципы, которые бывают в комбинаторике. Ну что ж, давайте вот такую. Сколькими способами 7 человек могут разместиться в очереди? Сколькими способами 7 человек может разместиться в очереди? Вот есть 7 отдельных человек, да, Маша, Паша, Даша и так далее, они формируют из себя очередь. Сколько может быть способов формирования этой очереди из семи человек? То есть может Маша стоять первой, Даша стоять второй, да, Петя третьим и так далее. Может наоборот, Маша стоять в конце. Вот сколько способов сформировать очередь из семи человек может быть? Давайте воспользуемся теми знаниями, которые мы уже получили, да. На первом месте, то есть вот как у нас в гору можно пойти семью дорогами, так и здесь на первое место в очереди может попасть семь человек. Так, семь человек. Сколько может попасть на второе место в очереди? Сколько может попасть человек на второе место в очереди? И мне кажется, здесь э, прям напрашивается ответ: что 6 человек. Ну, потому что один-то уже стоит в очереди. так, Значит, на второе место в очереди может попасть любой из шести оставшихся. А на третье место в очереди э, сколько человек может встать? да? И, по-моему, логично, что 5. Да? А на последнее место в очереди сколько из оставшихся человек может встать? По-моему, только один остается. Да? Вот когда предпоследние уже вот между двух решили, кто встанет, на последнее остается только один, он автоматически встает на последнее место. Таким образом, у нас получается, что на первое можно 7, на второе 6, на третье 5 и так далее. Да? На один уменьшается каждый раз. Если взять отдельно в этой задаче только вот этот кусочек с первыми двумя, да, сколько может, э, сколькими способами э, там, можно подняться в гору да, и спуститься, не повторяя маршрут. Ведь не повторяя маршрут, это то есть не используя тот же самый путь, не используя того же самого человека при выборе. Это значит, что нам тоже нужно использовать здесь перемножение. Перемножение вариантов, соответственно, мы... Умножаем 7 на 6. И точно так же у нас на... Э, это добавляется еще один поход в гору, но не используя те два варианта. Да, то есть 5 походов в гору теперь есть. И так далее. То есть это та же самая, в принципе, задача с горой, только в ней очередь и люди. Да, мы не можем их использовать повторно. Соответственно, мы э, просто берем и... Перемножаем все варианты, получаем 5040 вариантов. Вот, кстати, там были многие, кто писал 42, там 24 и так далее. А на самом деле 5040 разных вариантов очереди может быть. Прикиньте, то есть 7 человек всего, а сколько вариантов разных очередей они могут составить. 5040. Да, очень много. И... Что в этой задаче важно? Еще раз, в этой задаче важно, что в принципе она похожа на задачу с дорогами, да, потому что еще раз можно подняться вверх семью, а спуститься шестью. Но если еще раз надо подняться, не используя те две, да, то их будет пять, спуститься четыре да, и так далее. То есть это в принципе очень похоже на эту задачу. Но что вот важно, то что каждый раз здесь уменьшается на один это количество вариантов. А вот такая вот последовательность 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, она в математике имеет название. И это называется факториал. И это слово, если вы еще не знаете в школе, не изучили, вам вот сейчас очень полезно будет запомнить. Напишите себе сейчас в чате, те, кто знают уже факториал, и те, кто не знают, напишите, я уже изучал факториалы. Или я не изучал еще факториалы, будет интересно. Почему умножение? Я не понимаю. Елена, а по той же причине, что и задача с горой, вы можете семью вариантов подняться. Это значит, что для первого пути вы можете для первого пути вы можете шестью спуститься. Для второго пути вы тоже можете шестью спуститься. Для третьего вы можете шестью спуститься. И вот так для каждой из семи дорог вы можете спуститься шестью разными вариантами. Поэтому вы складываете. 6 вариантов спуска, 6 вариантами спуска, 6 вариантами 6, 6, 6, 7 раз. Да, то есть вы для 7 путей, когда вы пошли по первой дороге, 6 вариантов спуска. Для 7 путей, по которым вы пошли в первый раз, 6 вариантов спуска. Соответственно, 7 раз складываете число 6. И это вот то же самое, что умножение на 7. Да. Поэтому умножение. Не знаю, что такое. Многие пишут, что не знаю. Очень прикольно но ну, это и хорошо, да, это и хорошо, что не все знают, возможно, кто-то проспал, <с> да, такая тема, <с> которую действительно некоторые просыпают иногда, с таким не раз сталкивался, когда одноклассники, один говорит, я проходил, другой говорит, я не проходил. Вот в данном случае, что такое факториал? Произведение всех натуральных чисел от 1 до n называется факториалом и обозначается как n восклицательный знак, то есть вот число восклицательный знак. То есть, например, 1 факториал это 1. 2 факториал это 1 умноженное на 2 равно 2. 3 факториал это 1 умноженное на 2 умноженное на 3 это 6, соответственно. 4 факториал это 1 умноженное на 2 умноженное на 3 умноженное на 4. 5 это 1 умноженное на 2 умноженное на 3 умноженное на 4 умноженное на 5. То есть вот произведение всех чисел до... Того самого включительно называется факториалом. Вот это вот есть э, такое просто математическое название вот этой последовательности. Поэтому в этой задаче ответ находится, когда вы видите вот такую задачу, где надо сформировать очередь. Это, соответственно, ответ просто n-факториал. Да, количество вариантов, количество объектов факториал. Э, еще раз применим факториал в тех задачах на комбинаторику, когда мы имеем уникальные объекты, да, то есть когда по дороге нельзя второй раз пойти, когда человека нельзя второй раз использовать в очереди, да, он уже стоит на каком-то месте, когда мы там составляем букет какой-то там из семи цветов, да, вот если первый цветок уже поставлен, второй раз его уже никуда не поставишь, поэтому на выбор второго, букет, второго цветка в букете уже идут только шесть, когда мы и этот поставили, и шестой поставили, да, то на выбор осталось только 5. Да, и вот во всех подобных случаях, вот составления какой-то последовательности а, штучек, применим факториал. А, так, а долго ли еще идти будет? Просто нужно уезжать. Кирилл, а, ну, как я обещал, мы вот час наш а, прозанимаемся, да, поэтому до где-то 20-25, да, до 8-25-8-30 мы прозанимаемся. Вот, Кирилл, если нужно ехать, ехай, просто посмотришь записи. Итак, с факториалом, надеюсь, понятно. Давайте еще задачку, чтобы потренироваться. В кухне 5 лампочек. Это, кстати, задачка на другой немножко принцип. В кухне 5 лампочек. Каждая может гореть или не гореть. Сколькими способами может быть освещена или не освещена кухня? Да, то есть у нас есть Пять лампочек, каждую можно отдельно включать, отдельно выключать. Соответственно, есть разные варианты света. Вот, например, одна лампочка у вас над столом, другая над плитой, третья над холодильником, четвертая там где-нибудь еще. Каждую из них можно включить, выключить. То есть можно включить только над плитой и холодильником, но выключить над столом. Можно включить над там, плитой и выключить в остальных местах. Есть разные варианты освещения. Сколько разных вариантов существует? Да? Вот такая задача спрашивается. Соответственно, как здесь надо мыслить? Да? Как надо мыслить в этом случае? Во-первых, у нас а, 5 разных позиций, да? то есть 5 разных точек на кухне. Каждый из этих точек индивидуально. Второе, для каждой точки есть два возможных состояния. Вот, например, для первой лампочки есть два возможных состояния. Это она включена или она выключена, да, она горит или она не горит. Соответственно, для второй лампочки, независимо от первой, есть ее два варианта, гореть или не гореть. Для третьей лампочки она тоже никак не связана с первыми двумя. Есть свои два варианта гореть или не гореть и так далее. Соответственно, например, если у нас две такие лампочки, то мы просто... Первая может быть включена, вторая тоже включена. Первый вариант. Первая может быть включена, вторая может быть выключена. Второй вариант. Да? Первая может быть выключена, вторая включена. Третий вариант. Первая может быть выключена, вторая может быть выключена. Четвертый вариант. То есть четыре варианта есть всего для двух лампочек. То есть, опять же, перемножаем наши э, варианты. Да? Перемножаем количество вариантов. Я вот несколько раз неправильно сказал слово вероятности. Да? Простите меня. Э, варианты. Разумеется, варианты. Перемножаем количество э, вариантов. Да? Идем дальше. Для каждой следующей лампочки просто добавляется новый, новый уровень. То есть было 4 варианта, и на каждой из этих 4 вариантов есть вариант с третьей лампочкой, которая может быть включена или выключена. То есть из четырех вариантов становится 8 вариантов. Для каждого следующего, для каждой следующей лампочки точно так же будет умножаться на 2. Итого мы получаем 32 варианта в данном случае. И это 2 в пятой степени. Да? 2 Пятой степени вариантов то есть два это количество состояний каждого из э, каждого из приборов до да, каждого из объектов а пять это количество объектов то есть если бы у нас каждая лампочка могла бы гореть красным зеленым и синим и других у нее нет вариантов она либо горит красным либо горит зеленым либо горит синим то у нас было бы три варианта для первой умножить на три варианта для второй умножить на три варианта для третьей умножить на три варианта для четвертой умножить на три варианта для пятой то есть у нас было бы 3 в пятой степени да? надеюсь степени это в школе а, все проходили а, так или это вы так степени пишете в смысле ну 2 в пятой степени в чем проблема то а, ну, 2 и 5 маленько сверху. Я пропустил, возможно, в чате 2 в пятой степени. Если кто-то в чате писал 2 и такая вот как бы галочка, крышечка 5, не надо ему говорить, что он не прав. Это как раз хорошее, правильное написание. В программировании часто встречается такое написание. Да? 2, такая вот галочка, крышечка в пятой степени. Почему вы возводите в степень? Объясните, пожалуйста. Дарья, потому что возведение в степень – это аналог перемножения число самого на себя сколько-то раз. Да? Соответственно, в данном случае у нас, еще раз, каждый объект, он независим и может находиться в скольки то состояниях. Соответственно, мы просто перемножаем варианты, варианты одного на варианты другого. Инварианты третьего, инварианты четвертого, вот сколько раз, сколько объектов у нас есть. Поэтому и используется в данном случае степень. В Python пишется 2 умножить умножить 5. Да, это тоже правильно, Георгий. Но ну, этот, кстати, я что-то об этом варианте забыл сказать. Да, 2 галочка 5, 2 звездочка звездочка 5, это оба варианта правильные, просто в разных синтаксизах языков программирования. Дима сейчас написал а, правильный вариант, Алексей сейчас написал правильный вариант. Вроде в программировании на Python пишут 2 умножить умножить 5. Да, это тоже правильно, Алексей. Но на минуточку задумайся, что вообще-то символ звездочки это не символ умножения, да, это звездочка. Вообще есть символ умножения в таблице Unicode. Просто программисты его не используют по причинам того, что он нет на клавиатуре. Так что кто-то бы не понял, даже твое написание 2 звездочка 5. Немного непонятно про задачу с очередью, пишет Мария. Ну, повторю, если у нас останется время, ребят. А, чем интересна вот эта задача и вот этот ответ, ребят? Эта задача интересна тем, что на самом деле это суперкомпьютерная задача. Дело в том, что когда мы говорим о компьютере, да, мы говорим об устройстве, которое работает с ноликами и единичками, да. Вы сами наверняка много раз слышали эту штуку, что внутри компьютера там нолики и единички. А что это значит на самом деле? Это значит на самом деле, что ячейка памяти компьютера может хранить одно из двух состояний: либо ток есть, либо тока нет, да? Либо включена лампочка, либо выключена лампочка. И поэтому компьютер, он задает любые значения, в частности числа, с помощью вот таких вот ячеек памяти, вот таких вот лампочек, которые могут быть либо включены, либо выключены. И вот эта задача с кухней, да, в данном случае, это на самом деле фактически такая ячейка памяти компьютера, в которой 5 лампочек, это 5 вот этих маленьких ячеек, хранящих нолик и единичку. Их комбинации это числа различные. Например, число 0 в таком компьютере кухонном из лампочек кухонных да, обозначалось бы как 0 0 0 0, то есть 5 нулей. Число 1 бы обозначалось как выключено выключено, 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 включено. Число 2 бы обозначалось как выключено выключено, 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 включено, выключено. Может обсчитался, но концепт, я надеюсь, вы поняли. То есть такая вот История про состояние включенное и выключенное это двоичная система числения, и вот эти вот э, числа, да, 32 варианта. 2 в пятой степени, это то, что вы как будущий программист, если вы захотите связать свою жизнь с программированием, если вы, вам понравится вот это все, что мы здесь делаем, может пойдете в школу программистов к нам учиться, да, если это так, то вы, поверьте, будете знать так называемые степени двойки наизусть. Вот эти все 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 и так далее. Вы их будете знать наизусть. Вот, 4096. Я их прям далеко-далеко знаю. Вы будете знать их наизусть, потому что это очень важная часть программирования. Потому что компьютер оперирует именно такими числами. Так, ну что ж, давайте дальше, давайте дальше. Разберем более сложный пример. Разберем более сложный пример. Сколько способов а, есть составить четырехзначное число так, чтобы в него входила одна цифра 5? Только одна цифра 5. Сколько есть способов составить четырехзначное число так, чтобы в него входила бы только одна цифра 5? Хотя бы, извините, не только, а хотя бы одна цифра 5. А, что это значит? Это значит, что вот... Есть четырехзначные числа все, да, это числа, соответственно, от тысячи. Обращаю внимание, четырехзначные числа это числа от тысячи, да? То есть там один это не четырехзначное число. Самое маленькое четырехзначное число это тысяча. До числа 9999. Да, вот это вот все четырехзначные числа. И, соответственно, для всех этих четырехзначных чисел есть некоторый набор чисел, в которых есть пятерка, хотя бы одна. Например, 1005, да, или 1015, или 1105, или, например, не знаю, 1015, да? Короче, вот все такие варианты, это варианты чисел четырехзначных, в которых есть пятерка. Сколько есть таких вариантов да, э, составить число, в котором будет хотя бы одна цифра 5. Хотя бы одна, то есть, можно две. Можно, например, э, 5555. Такое число тоже подходит сюда. Ну, понятное дело, можно начать выписывать их все. Но, внимание, внимание, это будет супер, бесконечно, долго. То есть потому что на каждую на пятерку в каждой позиции все остальные позиции могут быть в любых значениях. Да? Поэтому это будет очень сложно. А, то есть вот еще раз можно попробовать найти количество чисел, в которых есть пятерка, потом а, так, да. можно попробовать найти количество чисел, в которых есть хотя бы одна пятерка, потом количество чисел с двумя пятерками, потом количество чисел с тремя пятерками, с четырьмя пятерками, понятное дело, всего одно такое число. Но если честно, это довольно сложно. Вот довольно сложно такое сделать. Но можно решить задачу в обратном направлении. Да? Можно решить задачу в обратном направлении. То есть найти количество чисел, в которых нету цифр 5. Нету цифр 5. И вычесть их из вообще количества всех чисел. И тогда у вас получится числа, в которых э, ну, хотя бы одна-то пятерка точно есть. То есть вот такая вот есть способ решить. То есть можно решить, найдя все числа с одной пятеркой, это несложно. Можно найти все числа с двумя пятерками, ну тоже такое можно сделать несложно. Можно найти все числа с тремя пятерками и, ну понятно, с четырьмя пятерками только одно такое число есть. Можно найти и сложить. Но это долгий способ, плюс не очень универсальный, потому что в такой задаче может быть не четырехзначное, а двадцатизначное число. Да? И придется 20 раз проделать эту операцию. А, но можно поступить в обратную сторону. Можно в этой задаче зайти с обратной стороны. То есть наоборот, посчитать количество чисел, в которых нет ни одной пятерки, и вычесть из всего количества четырехзначных чисел. Вот это более вероятно. Но некоторые из вас, наверняка, мне прямо сейчас говорят, Господи, да как найти количество этих э, чисел с, с отсутствующей пятеркой? И прям вот может быть сейчас сложно и голова, скорее всего, может трещать. А как вообще найти это количество? Но на самом деле, ребят, во всех подобных случаях я предлагаю вам возвращаться всегда к самой простой задаче. Я не просто так начал не с этой задачи, я не просто так начал с э, задачи с горой почему потому что в общем то говоря это та же самая задача с горой потому что э, в нашем случае в четырехзначном числе да, в четырехзначном числе каждая цифра это отдельная штука не связанная с другими, да, не связанная с другими. Э, в нашем числе да в нашем вот этом четырехзначном числе каждая цифра не связана с другим и, например, если мы возьмем двузначное число, да, то у него есть э, 10, вариантов, 10 вариантов для одной цифры. Вот может быть вторая цифра в двузначном числе. Э, это 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Это 10 вариантов. Да? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Да? Других цифр нет. А вторая цифра, у нее тоже может быть, на первый взгляд, девятью вариантами. Однако, если призадуматься, то э, вторая цифра, то есть та, которая на более старшей позиции, в старшем разряде у числа стоит, она не может быть девятью вариантами. Потому что 0,1 это недвузначное число. Она может быть восьмию вариантами. Потому что 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. То есть все, кроме нуля. И мы, соответственно, девятью вариантами, да, 9 девятью вариантами, то есть в первом случае у нас было 10 вариантов, а тут 9 вариантов. Соответственно, у нас будет 9 умножить на 10, то есть 90 разных вариантов есть двузначного числа. потому что, еще раз, ну, сами можете пересчитать эти все числа вручную, и у вас получится то же самое. И это та самая задача с горой. Опять же, задача с горой. То есть девятью числами может быть одно и, здесь десятью числами, может быть, одно, и девятью другое. Перемножаем. Здесь то же самое, только, во-первых, чисел, цифр в числе больше. Во-вторых, еще нам надо понять, что хотя бы одна должна быть пятерка. Но еще раз решаем обратную задачу, то есть количество четырехзначных чисел, в которых не входит цифра 5. Давайте разберемся. После чего мы, да, из всех, четырехзначных чисел, вычтем числа без пятерок. Посчитаем количество четырехзначных чисел, не содержащих 5. Да? Как вот это сделать? Не содержащих 5. Не содержащих 5. Итак, какие цифры можно использовать? Какие цифры можно использовать для числа, не содержащего 5? Например, возьмем первую цифру, то есть самую старшую цифру. Вот если там число 1000, то вот единичку вот эту возьмем. Да? Возьмем ее. Какие она может быть на самом деле варианты принимать? 1, 2, 3, 4. Может ли она быть пятеркой? Нет, она быть пятеркой не может. Еще раз, нам надо число, в котором нет ни одной пятерки. Да? То есть э, она не может принимать пятерку. Значит, дальше. 6, 7, 8, 9, 0. Первая цифра быть не может. Поэтому первая цифра может быть выбрана восемью разными вариантами. Да. Вторая же цифра все те же варианты, но с нулем, потому что вторая цифра может быть нулем. Она не может быть пятеркой, но может быть нулем. Поэтому 9 вариантов. Да. Третья, соответственно, также, и четвертая также. Поэтому, чтобы найти количество э, всех возможных всех возможных, еще раз, четырехзначных чисел, в которых нету пятерки ни одной. Надо просто 8 умножить на 9, умножить на 9, умножить на 9. 8 вариантов первой цифры. Еще раз, потому что... Почему не 10? Потому что не может быть пятеркой и не может быть нулем. 9 вариантов второй, потому что может быть нулем, но не может быть пятеркой. 9 вариантов третий, 9 вариантов четвертый. Итого 5832 разных числа, не содержащих ни одной пятерки. Да? То есть это те числа, в которых точно нет пятерок. Потому что пятерка не была в наборе цифр, которые мы предлагали для составления. Теперь нам осталось только посчитать общее количество четырехзначных цифр и вычесть из него вот это наидное число. Общее количество четырехзначных цифр можно посчитать, четырехзначных чисел можно посчитать точно так же. Аналогично. Первое не может быть а, нулем, да, то есть 9. А остальные могут быть любой цифрой от 0 до 9. То есть 10 разных вариантов. Соответственно, 9 умножить на 10 умножить на 10 умножить на 10. Это 9000 чисел. 9000 чисел, ну тут довольно логично все на самом деле было. А, ну и, соответственно, мы из 9... Тысяч. Вычитаем 5832 и получаем 3168 разных чисел, в которых в записи есть хотя бы одна цифра 5. Вот такая дела. Хотя бы одна цифра 5 есть в 3168 э, числах. Кстати говоря, обращаю внимание, в чате было много вариантов и много неправильных вариантов. Есть те, кто правильно написали, прям довольно быстро решили эту задачу. Но вот в основном мне показалось, что эта задача была такая сложненькая, да, такой челлендж небольшой вызывала. Ну-ка напишите, сложная она была, легкая, понравилась вам эта задача, не понравилась. Напишите, очень интересно, как вам эта задачка, ребят. Как вам эта задачка? Почему 9000, а не 9999, спрашивает Мария. Мария, а, вот само по себе, например, число, а, в котором на первой позиции может стоять ноль, а, оно является четырехзначным? Например, число 999, оно является четырехзначным? Нет, не является.

Двузначными числами, поэтому они не входят туда, как и сотни не входят. Вот поэтому а, у нас 9000 вариантов. Сложно, но можно решить. А, ну, на самом деле, большинство написало, как мне показалось, сложное. То есть такое среднее или сложное, но легкую никто вроде не написал. Может, кого-то пропустил глазами. Задачка: ну вот, Иван, только что испортил настроение, пишет Изи. Ну ладно, давайте еще задачку. В данном случае такая, на самом деле, простая задача. Мне кажется, она вам покажется простой, она очень похожа на задачу, которую мы до этого решали. Сегодня, видите, такое нарешивание задач идет, потому что в комбинаторике очень много разных подходов. И надо просто на все их хотя бы разок посмотреть, посмотреть на их соединение, и тогда вы, в принципе, с большинством задач по комбинаторике сможете справляться. Итак, решим задачу. Еще одну. У двух начинающих коллекционеров есть по 20 марок и по 10 значков. Ну, такая небольшая коллекция. Но больше моей. У меня нету ни марок, а вот значков парочку есть. Они готовы менять любую... Они готовы менять либо одну марку на одну марку, либо один значок на один значок. Сколькими способами коллекционеры могут осуществить ровно один обмен? Сколькими способами коллекционеры могут осуществить ровно один э, обмен? Еще раз: у двух коллекционеров есть, у каждого по 20 марок и по 10 значков, они готовы меняться только один значок на один значок и а одну марку на одну марку. То есть нельзя будет поменяться значок на марку или э, два значка на марку и так далее, да? или два значка на значок. Нельзя так меняться. только один на один. Вот у них такие правила. Сколькими способами они могут осуществить этот обмен, вот ровный, честный? Обращаю внимание, вам сразу хочется додумывать детали, да, вам сразу хочется додумать, ну ведь вот, вот, вот такой значок, он будет дороже другого, я бы его не отдал, да? этим на этот я не готов меняться. Или вам сразу хочется додумать детали, а что есть у них одинаковые значки? Ребята, в задаче это не сказано. Да? В задаче не сказано, что у них могут быть одинаковые значки, что у них э, могут быть одинаковые марки, да, там и так далее. Об этом ничем не сказано. Естественно, как мы будем решать эту задачу? Еще раз. Э, надо подумать именно, какие правила нам надо использовать. Мы с вами в начале вот два правила изучили: правило умножения и правило сложения. И здесь, мне кажется, прямо по сути задача слышно оба этих правила, потому что э, на каждую из 20 марок первого коллекционера можно поменять каждую из 20 марок второго коллекционера. Да? Э, на каждый из 10 значков первого коллекционера можно поменять 10 значков другого, ну, любой из 10 значков другого коллекционера. И надо понять, сколько возможно вообще у них обменов таких произвести. То есть сколько вариантов обменов значков плюс сколько вариантов обмена марок. Соответственно, в этой задаче оба варианта, и правила сложения, и правила произведения используются. Соответственно, на 20 марок, еще раз, на 20 марок первого... Можно обменять любую на каждую из 20 марок первого, можно обменять каждую из 20 марок второго. То есть, на первую марку можно обменять первую, вторую, третью, четвертую, пятую, шестую, седьмую и так далее. Второго кондиционера. На вторую, ну вот на вторую марку первого можно обменять первую, вторую, третью и так далее. Второго, то есть 20 раз по 20 вариантов обмена. Значит, просто перемножаем 40. 400 вариантов есть 400 вариантов и соответственно на 10 вариантов там, значков да кажется значков было 10 можно 10 значков на любой из 10 значков второго поменять соответственно получается 10 умножить на 10 100 вариантов 100 вариантов можно сделать вот такие дела Соответственно, 100 вариантов одного обмена, 100 вариантов второго обмена, значит в сумме э, в сумме обменов у нас может быть 500. У нас может быть 500 обменов в сумме. Ну вот это, по-моему, была попроще, да, такая она была закрывающая э, задачка, такая прям реально попроще. Сейчас же я хочу с вами разобрать еще одну тему. У нас осталось немного времени, плюс меня самого немножко подзбила В 69-м слайде опечатка, говорят, какая. Она Да, смешная опечатка. Согласен с вами. Даже и в 70-м слайде она Очень милая фразочка получилась, кстати. Итак. Мне хочется с вами разобрать еще одну тему. Мы, к сожалению, начали с задержкой, причем с солидной. И вообще эта задержка меня немножко подзбила поэтому простите, вот я вначале говорю yerde, вероятности, говорил вместо вариантов. Поэтому немножко мы дольше это разбирали, чем хотелось. Плюс, кстати, реально много вопросов было. Поэтому давайте я не очень глубоко вот эту тему сейчас с вами освещу. Если честно, надеюсь, что вот прям такие задачи, настолько вот уже продуманные, глубокие, в Олимпиаде по информатике вам не встретятся. Вот предыдущие варианты вполне могут быть частью задачи на программирование. Вот вполне может быть. Перемножение, сложение вот этих вероятностей может быть частью задачи. Вот в сочетании размещения я чуть меньше верю, но вообще может быть, да, тоже может быть. Поэтому давайте разберемся с этой темой, возможно, не так глубоко. Итак, итак, поехали. Довольно страшная задача. Сколькими способами в футбольной команде, 11 человек, можно выбрать капитана и его заместителя? Сколькими способами в футбольной команде, да, из 11 человек, можно выбрать капитана и его заместителя? На первый взгляд все очень просто. Да? Просто берем 11 вариантов капитана. И, соответственно, больше одного человека уже нельзя использовать. То есть, да, любой может стать капитаном, поэтому 11 вариантов. А вот на вторую позицию уже придется выбирать из 10 человек. Да, потому что один уже является капитаном. Значит, 110 способов. 110 способов. Все понятно. Ну, тут, кстати. Тут, кстати, стоит сказать, что да, вот эта задача все решена. Но я сейчас чуть-чуть ее усложу. Чуть-чуть ее усложню. Чуть-чуть. Что изменится в этой задаче, если вместо капитана и его заместителя нам нужно найти двух вице-капитанов? Что значит вице-капитанов? Значит, что они как бы равнозначные такие, да, вице-капитаны. То есть, смотрите, давайте поясню. Давайте прям поясню во время решения сейчас, чтобы было понятно. Казалось бы, да, нам надо все так же брать любого из 11 на роль первого, да, и внимательно любого из оставшихся 10 на роль второго. Получаем 110 случаев. Ну вот в чем фокус. В этих 110 случаях да, получается так, что вот эту пару человек мы как бы посчитали два раза. Давайте поясню на примере таком, на пальцах. Уменьшим количество человек до трех. Да? Допустим, у нас есть три человека или давайте четыре человека пускай. Четыре. На четырех тоже можно объяснить четыре человека и надо выбрать двух человек из них, да, то есть пару вице-капитанов, да, пару вице-капитанов. Соответственно, получается, что вот из четырех человек, да, может быть первый одним человеком, да, соответственно, вот этого первого человека можно выбрать четырьмя способами, да, второго человека мы уже не можем выбирать первого. Да? Можно выбрать э, тремя способами. То есть всего можно 4 на 3, 12 способами выбрать. Но вот фокус. Если в первой задаче у нас капитан был, вот он более главный, да? а заместитель он был менее главный, соответственно, если Паша капитан, то Петя это совершенно другая история. Он, он, он заместитель. То во второй задаче у нас два, два вице-капитана, две одинаковые роли. Ну, можете переименовать в двух поваров. Да? И кто из них первый повар, кто из них второй повар, кто первый вице-капитан, кто второй вице-капитан, не имеет значения. Поэтому, если в первой задаче мы могли поменять а, там, Петю, сделать капитаном, а Вова а, стал бы заместителем, это была бы другая комбинация то во второй задаче, когда у нас вице-капитаны, да, то есть они равнозначную роль имеют, мы уже так сделать не сможем, потому что если мы поменяем их местами, они оба все еще останутся вице-капитанами. То есть мы внимательно в задаче, когда нужно э, составить пару человек, пару человек из э, э, какого-то количества человек. Да, то есть надо составить пару из какого-то количества и эта пара она не неважно кто в ней на какой позиции стоит то в таком случае мы не можем вот так вот перемножать потому что у нас каждая пара будет считаться два раза то есть у нас среди этих 110 способов есть как пара паша миша так и пара миша паша хотя это один и тот же набор из двух человек у нас есть как пара там, Паша и Даша, э, так есть пара Даша и Паша. И нам вот эта вот дублирующаяся часть не нужна. Что нужно сделать с этими 110 способами, чтобы убрать дубликаты? Напишите в чат, что нужно сделать, чтобы убрать дубликаты из э, вот этого количества. Э, что нужно сделать? О, Алексей, по-моему, раньше еще, чем я договорил, написал в чате правильный ответ. Надо разделить пополам, да, надо просто взять и разделить пополам, то есть надо убрать а, вот это вот а, лишнее количество, да, убрать каждого второго, каждую вот, эту лишнюю перестановочку надо просто убрать. Поэтому просто вот эти 110 делим на 2 и получаем 50, а, 5, 55 способов выбрать двух одинаковых ролей да, две одинаковые роли. Разделить на 2 просто надо. Умножить на 9 тот предлагает. Мария предлагает умножить на 9. Мария, я говорю, что у нас каждый сдублировался, да, и нам не нужны эти дубликаты, нам надо убрать дубликаты, а ты предлагаешь взять в 9 раз больше. Почему в 9? Не знаю, почему в 9. Если бы мы, Мария, добавляли бы еще одно умножение, то мы бы как бы выбирали не пару, а тройку человек. То есть, да, вот в той же самой ситуации, когда мы выбирали бы тройку человек, да, у нас была бы, было бы три умножения. То есть мы бы один умножали на 10, умножали на 9. Да? Вот это, если бы мы выбирали трех человек. Но тут такая же была бы история. И, кстати, давайте разберем еще один пример, и он как раз про трех. Uh, он как раз по трех. И вот, кстати, там Давид уже подсказывает нам правильное направление движения, да? uh, что нам надо разделить на самом деле не на два. Разделить на самом деле надо не на два, просто так получилось в этой задаче, что можно разделить на два. Но вот в этой задаче все будет интереснее. Смотрите, сколькими способами можно было бы выбрать команду из трех школьников в классе, в котором учатся 30 человек. Та же самая задача, пускай вас не обманывает, что в первом случае у нас были там футбольная команда, а здесь просто школьники, да, и даже, видите, здесь не говорится капитанами или кого, просто команду из трех среди 30. Сколькими способами можно выбрать команду из трех среди 30? Задача, соответственно, очень похожая. То есть нам тоже снова надо взять и на первую позицию в команде, Подходит любой из 30. Любой поэтому 30 вариантов первого. На вторую позицию в команде подходит любой из 29 оставшихся после выбора первого. На третью позицию подходит любой из 28 оставшихся после выбора первого и второго. Соответственно, в сумме у нас 24 360 способов. 24 360 способов. Внимательно, но у нас же опять та же проблема, что если у нас есть команда из Миши, Пети и Маши, нет, давайте не Маши, Ани, Миши, Пети и Аня, да, то у нас может быть команда вот среди этих вариантов, где Миша был первым, а второго мы выбирали из всех, кроме Миши. А может быть команда, в котором Паша был первым, и второго мы обирали из всех, кроме Паши. И взяли туда Мишу. То есть вот просто с перестановочкой внутри. И получается, что в таком случае э, у нас здесь каждая команда посчитана даже не два раза, а шесть раз. Шесть возможных существует э, перестановок трех человек внутри одной команды, да, первый, второй, третий, первый, третий, второй, э, что у нас там дальше, второй, э, там первый, третий, второй, третий, первый, э, третий, э, ну вы поняли, да, то есть шесть возможных перестановок существует э, в такой задаче. Соответственно, нам надо вот это число 24360 разделить на 6, да? А, но вот что вообще такое вот это вот 6? Почему 6? Как быстро понять, что 6? Если не перебирать вот эти все варианты, как я сейчас сделал. Вспоминаем задачу про очередь, Да. Очередь это как раз таки задача на перестановочке вот эти, да. Есть семь человек в очереди, и они могут находиться вот в разных порядках, да. То есть может быть первым Петя, вторым Миша, может быть первым Миша, вторым Петя. Сколько всего вариантов вот таких перестановок есть. Неоткуда брать новых, каждого мы используем один раз. И задача на, на очередь считалась с помощью факториала. Поэтому вот это вот 3 умножить на 2 умножить на 1, это да, количество вероятностей, вот, количество вариантов из трех человек от да, первого, из оставшихся двух выбрать второго, из оставшегося одного выбрать оставшегося одного. Соответственно, это 6, и вот это 6 это просто, внимательно, самый обыкновенный факториал, факториал от трех. Поэтому э, вот вот эта вот история, да, э, способы переставить несколько элементов местами, у нас называются перестановками. Количество перестановок э, для n элементов это n факториал. Да, я уже просто упоминал слово перестановки, поэтому э, надеюсь, оно для вас не первый раз звучит. Соответственно, мы общее количество школьников а, очень общее количество вариантов выбрать команду из трех школьников делим на количество их перестановок делим на количество их перестановок и получаем вот это вот а, 24 360 деленное на 6 соответственно 4060 а, способов выбрать три школьника а, соответственно вот такое вот количество способов выбрать три школьника Обобщим эту идею, ребят. Сейчас будет капельку такая вот сложная, муторная математика. То есть, если мы до этого на примерах разбирали и на примерах как-то понятнее, то сейчас такие немножко сложные идеи, такие похожие на то, как будто мы будем читать учебник какой-то. Но, возможно, кому-то из вас такие слова будут, наоборот, понятнее, да? Вот Дарья спрашивает, кстати, а если будет 20 человек, то будет 4 вместо 6 э, за 30 человек? Нет, Дарья, 4 э, не будет. Почему? Потому что вопрос э, вот в этом делении, да, на что делить, не в том, сколько было изначально, а в том, какое количество человек в команде. То есть если было даже 10 человек, а команды надо составлять из э, 5, то делить надо на 5 факториал. То есть вопрос, сколько человек в команде. То есть первая часть вот этого уравнения, да, первая часть уравнения, это э, исходное количество человек, умноженное на количество человек минус 1, умноженное на количество человек минус 2, деленное на, внимательно, факториал от количества человек в команде. Да, то есть это, это у нас берется от количества человек всего, а это факториал количество человек в команде. Вот такие дела. Еще раз обобщим идею, вот сейчас как раз это все сформулируем в некий алгоритм, как решать такие задачи. Еще раз, посчитаем количество способов выделить из множества, из n элементов под множество, содержащее ровно k элементов. Это вот наша задача, у нас есть 30 школьников, 30 это n, да, k элементов это, соответственно, 3 человека, да, вот, до 3 человека выделить из 30 школьников, команды по 3 человека. Соответственно, это считается как n умноженное на n минус 1 умноженное на n минус 2 и так далее до n минус k плюс 1. Ну, фактически, n минус k плюс 1 это, вот у нас 30 минус 3 плюс 1, да, 30 минус 3 27 плюс 1 28, поэтому у нас было... 30 умноженное на 29 умноженное на 28, не дальше, то есть до вот этого идем, предела. Соответственно, данное произведение да, можно вот из такого вида перевести в вид вот такой. Сейчас будет, возможно, это капельку сложно звучать, да, но все-таки можете это запомнить просто. Данное произведение можно получить как n-факториал деленное на n минус k факториал. То есть вот эту вот штуку, вот эту вот штуку можно заменить на n-факториал, деленное на n минус k факториал. И это довольно крутая штука, она э, выводится очень красиво и легко, если вы попробуете вместо вот этого n-факториал подставить наши. 28 умножить на там, 29 и так далее, поставить это в виде дроби и сократить. Очень красиво получится, можете попробовать на досуге, сейчас на это время тратить не будем. n факториал деленное на n минус k факториал. Да? Вот такая штучка. Это универсальное уравнение вот такого вот количества перестановок. То есть вот это, это то, как посчитать универсальным образом, вот это 20, 30 умноженное на 29 умноженное на 28. А теперь вторая сторона, да, сочетание. То есть, это у нас была первая половинка. Соответственно, дальше. Каждое подмножество из k мы посчитали k факториал количества раз. То есть каждое подмножество из трех мы посчитаем 3 факториал количества раз, то есть 6 раз. А это значит, что чтобы получить вот прям честное количество сочетаний. Надо вот эту нашу штуку, то есть универсальный способ получить вот эти 30 умножить на 28, умножить на 29 умножить на 28, надо просто вот это вот, вот, это вот универсальное уравнение, поделить на вот это вот универсальное уравнение, да, факториал и получить вот такую формулу, вот такая вот формула у нас получается в итоге. Выглядит она страшно, да. Чуть менее страшно она выглядит, когда мы ее представляем в виде, ну, вот просто такой красивой дроби. Соответственно, некоторые задачи такой формулой можно очень-очень быстро решать, потому что таких задач много, в них бывают страшные числа. Особенно классно такие штуки решать, когда у вас есть язык программирования, вы можете быстренько с его помощью посчитать все эти факториалы и так далее, написав программу. Ну что ж, я предлагаю, ребят, на этом на сегодня закончить. У меня там есть еще одна штука, но мы ее не успеваем. И я уже чувствую, что это уже такая даже сложная штука. А, так что ничего страшного. А, вот такое довольно глубокое сегодня было погружение в комбинаторику. На самом деле подобное количество а, материала по комбинаторике надо, конечно, изучать не один час. Мы в школе программистов на самом деле с такой интенсивностью никогда не даем материал, мы всегда даем маленькими порциями, да, потому что до конца, скорее всего, сейчас дожили только те, кто понимал что-то изначального, да, умел решать. Возможно, кому-то оказалось прям очень сложно вот эти последние куски, когда мы уже вот такие страшные штуки решали. Но не переживайте. Во-первых, еще раз, если вы даже пер поняли первые два принципа, вы уже много чего нового умеете. Да? Это правда респект. Если вы поняли до конца, это вообще супер круто, но ничего страшного, если поняли меньше. Еще раз, честно вам говорю, мы в школе программистов так быстро не идем. Но у меня задача для вас такой ускоренный лагерь подготовки к школьному этапу Всероссийской Олимпиады школьников, поэтому я такой взял очень мощный для вас темп, но ничего страшного. Я с вами на сегодня на этом прощаюсь.